Героями не рождаются, ими становятся. Это доказывают гости всероссийского марафона «Знания о героях». К студентам педагогического университета пришел почетный гражданин города Ульяновска, генерал-майор запаса Вадим Орлов. На его груди красуется множество орденов и медалей. За плечами генерала подвиги и горячие точки. Ну, хотелось бы, конечно, поговорить об истории, потому что когда над нашим государством сгущались тучи, и стоял вопрос о существовании нашего государства. Находились люди, которые сплачивали вокруг себя народ, который отражал нападение врагов, и Россия продолжала процветать и развиваться. Студенты рады встрече на уроках истории. Они изучают жизненный путь героя Вадима Орлова. Они готовились к приходу гостя, придумывали вопросы, с интересом слушали рассказы о том, как сохранить волю и дух в сложных, опасных ситуациях. Сегодня мы встречаемся с Вадимом Ивановичем Орловым, российским военачальником, который сначала был командиром взвода, а затем дослужился до командира воздушно-десантной 31-й бригады. Он прошел трудный жизненный боевой путь, который интересует наших студентов. Помимо студентов педагогического университета, о героях-земляках узнали в школах, колледжах и других вузах города. Также все желающие могли подключиться к онлайн-трансляции, где в прямом эфире свои истории рассказывали герои специальной военной операции на Украине и люди, совершавшие героические поступки вне полей сражения – волонтеры, медики, ученые, спасатели. Сегодня это очень важно. Важно, чтобы молодежь знала и поддерживала наших ребят, которые находятся сегодня на передовой. И именно такие встречи в режиме онлайн, встречи на базе наших образовательных организаций, высшего образования, колледжей, техникумов, школ, встречи с героями нашего времени. Просветительский проект Российского общества знания нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей. Героизм в истории современной России, любовь к своей отчизне и верность родине, мужество, сила духа россиян – ключевые темы проекта. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.